Всем привет! С вами Катя, и сегодня я расскажу, почему не стоит покупать вигвамы у кустарных производителей, надомниц, ателье и швейных подвалов, условно no name. И я подготовила 8 пунктов того, что в большинстве случаев вы не получите при покупке no name вигвама. Первое. Инструкция по сборке и эксплуатации. В этих вигвамах вы ее точно не найдете, потому что рукодельница no name – швея, а не конструктор, технолог и иллюстратор. Она не сможет разработать и нарисовать вам инструкцию. А фабрика вигвамия ведет полный производственный цикл – дизайн, проектирование, испытания, производство. Второе. Паспорт изделия. Кустарный продукт, отшитый на кухне или подвале, не сможет пройти технические испытания и получить сертификацию изделия. Фабрика вигвамия является поставщиком в специальные детские учреждения, поэтому вся нормативная документация – неотъемлемая часть работы предприятия. Третье. Система антискладывания. Рукодельница no name – швея, а не столяр, поэтому фиксатор каркаса либо отсутствует, либо не соответствует эргономике изделия. На фабрике вигвамия производят систему антискладывания в регламенте технических испытаний и вкладывают в каждый вигвам. Четвертое. Игрушка-обнимашка. На фабрике вигвамия этот аксессуар считают неотъемлемой частью детского вигвама. Ведь игрушка – первый житель этого домика, поэтому входит в комплектацию каждого вигвама. Но так не считают рукодельницы no name, потому что игрушка удорожает то, что нужно продать по дешевке. Пятое. Кемпинговая лампочка. Очень важный аксессуар для вечерних игр и чтения. На фабрике вигвамия его вкладывают с заботой о каждом ребенке. No name не поймет этих принципов, сформулированных вигвамией. Шестое. Хлопковая гирлянда. No name украшает гирлянды вигвам только на фотографиях, чтобы выглядеть эффектно. Но дорогое изделие ручной работы в комплект не включает. Фабрика вигвамия предусматривает хлопковую гирлянду в максимальной премиальной комплектации вигвама. Специально для тех, кто хочет, чтобы было все включено. Хлопковая гирлянда под брендом вигвами – это красота, экологичность и безопасность. Седьмое. Корзина для игрушек. Тоже входит в максимальные комплекты от фабрики вигвами. Производитель считает аксессуар залогом порядка и чистоты на игровой территории. Эстетику корзины для игрушек невозможно переоценить. No name не допускает наличия этого аксессуара. И восьмое. Коврик-бомбон. Думала, стоит ли включать в список коврик-бомбон, ведь он присутствует в комплектациях многих изготовителей вигвамов. Но так ли это? А вот почему включила. Коврик-бомбон производится по технологии patchwork, и это сложная и кропотливая работа, требующая много знаний, навыков и времени на изготовление. На фабрике вигвамия производством коврика-бомбон может быть занят только мастер 5 и 6 категории. Технология дорогая и трудозатратная. Рукодельницы no name не берутся в такую работу, имитируют изделия по технологии patchwork, а подделка чревата негативными последствиями. Друзья, я озвучила 8 пунктов того, что важно при покупке детского вигвама и что вряд ли вы получите при покупке no name. Я рекомендую бренд Вигвамия, это гарантия качества, красоты и надежности. Ссылки в описании. Хотите узнать больше? Подписывайтесь на наш канал. С вами была Катя Редченко. Всего вам доброго. Пока!